И снова здравствуйте, уважаемые мамы, папы, бабушки, точно знаю, смотрят, не знаю, как дедушки, но вот на всякий случай дедушкам тоже добрый день. Мы продолжаем разговор о инфекционных заболеваниях, и сегодня мы поговорим о еще одних видах заболеваний, связанных с вирусом, вернее, вызываемых вирусами. И заболевание, скажем, тоже достаточно интересное, достаточно специфическое. Вот, речь идет о заболевании, которое называется краснуха. Ну, о ней как-то вот сталкиваемся немножечко реже, чем с ветряной оспой. Но это заболевание, они чем-то похожи по своему течению, по своей вот, способности заражаться. Дело в том, что вирус краснухи, а это заболевание вирусное, точно так же, как вирус ветрянки, он очень заразный. То есть, опять же, заразиться можно, просто пребывая там в одном помещении с больным. Он является... тоже имеет вот этот инкубационный период, то есть, напоминаю для тех, кто не смотрел предыдущие наши встречи, период от начала клинических проявлений до, вернее, от начала заражения до первых клинических проявлений, это тоже 3 недели. Вот. Другое дело, что в отличие от ветрянки, эти проявления могут возникнуть практически сразу, через несколько часов после заражения. И клинически краснуха тоже напоминает ветрянку, особенно у детей раннего, среднего возраста, где-то лет до 12-14. Краснуха протекает достаточно легко, без особых температурных реакций, без особых изменений поведения ребенка, значит, появляется сыпь. Сыпь появляется во всем теле. Она такая вот красная, мелкоточечная сыпь, почему и называется краснуха. Вот. Немножечко похожа на сыпь при скарлатине, но она проявляется немножко в других местах. Появляется на теле от шеи и вниз по спине. Практически никогда сыпь при краснухе не бывает на лице, не бывает на ладонях и не бывает на стопах. Редко на спине, в нижнем отделе. В основном это грудь, верхняя часть спины от шеи где-то до конца ребер. До конца грудной клетки, вот там сыпь достаточно такая вот обильная, и высыпает она как бы тоже сверху вниз такими порциями. Каждый день добавляются. Не чешется абсолютно, то есть это можно заметить только вот посмотрев на ребенка. Иногда это впервые выявляется, когда там мама, скажем, ребенка переодевает, и вдруг видит такую сыпь, хотя он там, ребенок внешне не изменился, начинает измерять температуру, температура где-то там 37,2-37,3, ребенок на нее не реагирует, и общее состояние не меняется. Тем не менее, это краснуха чаще всего. Значит, какая особенность у краснухи? Есть особенность, по которой, собственно говоря, и ставят диагноз. При краснухе резко увеличиваются затылочные лимфоузлы. Вот сзади, в районе волосистой части головы, появляются шарики, причем безболезненные. Вот такие вот, ну, приличных размеров эти шарики, это лимфоузлы, и держатся они достаточно долго. Даже после исчезновения сыпи, в течение 3 недель сыпь может, ребенок заразный 3 недели, поэтому сыпь может держаться, но обычно она проходит где-то дней через 10-12, так же, как ветрянка,
сама. Причем она сначала бледнеет, потом исчезает тоже скачками. Если она развивается сверху вниз, то исчезает она наоборот снизу вверх. Тоже особенность. И вот эти вот лимфатические узлы увеличенные, они держатся достаточно долго. То есть где-то может держаться 1,5–2 месяца даже, абсолютно не причиняя вреда ребенку. И здесь не надо волноваться, ну, для страховки, скажем так, да, для успокоения можно сделать клинический анализ крови, в котором будет все нормально, и успокоиться, ждать, пока они ничего не надо делать, они спокойно уйдут со временем. Правда, иногда у некоторых людей вот эти увеличенные лимфоузлы остаются на всю жизнь. Ничего страшного нет, это, ну, такая реакция лимфатической системы. Поэтому на это не надо пугаться, не надо это лечить, не надо это как-то там давить, массажировать или что-то с этим делать. Надо оставить это в покое. Да, точно так же, как ветрянка, ситуация с краснухой достаточно определенная и при после заболевания краснухи возникает стойкий пожизненный иммунитет. То есть краснухой можно заболеть один раз и только. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в правильной постановке первоначального диагноза. Потому что очень часто краснуху путают с аллергической сыпью. Бывает аллергия, очень похожая на краснуху. Вот. Как отличить? Отличить можно двумя способами. Аллергия чаще всего возникает и на лице, что не бывает при краснухе, это раз. И второе, увеличение вот этих региональных, то есть непосредственно заднешейных и затылочных лимфоузлов. При аллергии, если идет реакция лимфатических узлов, то она идет вся. То есть увеличиваются все лимфоузлы вокруг горла, вокруг шеи, так называемое кольцо Пирогова. Вот это вот лимфоузлы увеличиваются. Но это может быть реакция, это крайне редко бывает. Чаще всего при аллергической реакции лимфоузлы не реагируют никак. Вот, поэтому, если есть увеличение, значит, это краснуха. И опять же, та же самая история с заболеваемостью. Лучше всего, когда ребенок переболел краснухой в раннем возрасте, особенно, опять же, это касается девочек. Очень тяжелое поражение у ребенка, который родился от матери, перенесенной во время беременности краснухи. Вот здесь однозначно идет недоразвитие конечностей. Такие дети рождаются там без руки, без ноги, с, скажем, если даже вторая рука, может быть, без предплечья, скажем, одно плечо, там культя, да, такая. То есть очень тяжелые повреждения. Заячья губа, волчья пасть, вот эти вот все дефекты косметические, это бывают у детей, рожденных от матерей во время беременности, перенесшие вирус краснухи. Поэтому, ну, делайте выводы опять же сами, да, то есть идеальный вариант, когда ребенок в раннем возрасте, ну, в возрасте, скажем, 5, 7, 9 лет, переносит краснуху. У более старших детей, у взрослых, краснуха, как ветрянка, переносится гораздо тяжелее, с высокой температурой, с явлениями какими-то неврологическими, с головными болями, с головокружением, с тошнотой и рвотой, то есть со всеми прелестями интоксикации. Вот, это длится несколько дней. Лечение сама краснуха не требует. Вот, там даже не надо ничего делать с сыпью, она сама пройдет. Просто вот последить, посмотреть за ребенком, где-то, может быть, побольше оставлять его в кровати, ну, не давать, скажем, каких-то активных движений, прогулок и так далее, и так далее. Хотя, если вот краснуха не
проходит без температуры. Это не противопоказание, скажем, к прогулкам. Вот, только не надо специально никого заражать, поэтому как бы лучше гулять там, где нет других детей. Значит, опять же, что касается прививки, ну, на мой взгляд, ситуация точно такая же. Поэтому каждый раз вы решаете для себя, ну, скажем, вот своих детей и внуков я бы вот ветрянки и краснухи не прививал. Вот это, ну, опять же, отлично мое мнение, я могу его высказать. Решение принимает каждый родитель сам для себя в индивидуальном случае. Вот опять же, потому что если ребенок тяжело страдает какой-то неврологией и так далее, то встреча с вирусом краснухи может быть гораздо печальнее, чем ситуация после прививки. Но здесь очень индивидуально, поэтому, если, опять же, повторяю, если есть вопросы, если есть сомнения, лучше индивидуально посоветоваться, обговорить, выявить риски для того или иного случая. Это что касается краснухи. О следующих инфекциях мы с вами продолжим на наших следующих встречах. А сейчас всего доброго, до свидания и берегите себя.